Всем привет, я Никэт. Вы когда-нибудь задумывались, почему нынешние мемы стали такими однообразными и, я бы сказал, немного странными? Ну, то есть, буквально, последние мемы, да, вот, допустим, обычные мемы в ТикТоке, в шортсах, возможно, не знаю, они... Ну, такие вот, ну, обычные, знаете, смешные иногда, в ТикТоке особенно. Не иногда, а частенько. Но вот именно мемы, которые становятся прям, ну, такими основами... Ой, очки упали, ну, ладно, ничего. Но особенно мемы, которые становятся основой основ всего вот этого вот. Знаете, типа, как ты на пенёк сел, должен быть косарь отдать. Вот такой вот легендарности мемы. Но сейчас немножечко как-то странно выглядит, знаете, да? Знаете, наггетсов, которые уже как скибиди туалеты просто изо всех щелей идут. Я не знаю, я на улице, не удивлюсь, если на улице пойду, а там человек с лицом вот этого из Роблокса, Роблокс Мэнфейс такой, опа. Я вообще не удивлюсь, если реально встречу такого человека на улице, косплей какого-нибудь наггетса. Да, этот ракурс выглядит чутка странно, но вы только посмотрите, какие гирлянды. Как бы это ни смотрелось, представьте, что вы смотрите на меня свысока. Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, мемы, которые были на моем канале раньше. И поймем, насколько душевные тогда были мемы, сколько души в них было реально. Вот. Ну, это просто шедевр. Так, значится, здесь у нас есть, что у меня на голове, неважно. Здесь у нас есть такие мемы, как «Барабудай да буди да будай», «Кумулала кумулала», «Кумулас... кумуласовеста», ничего себе. Да, вот. Тыщ, тыгдыщ, тыгдыгдыгдыщ. Вот это мемы, я, ну, понимаете, да, какого характера были. Вот, 19 тысяч, подождите. Тут даже мое лицо есть. Немытая голова, нестриженный, грязный черт набрал 19 тысяч просмотров на этом душевном меме. Ну, вы смотрите, сколько тут души. Какая грация, боже. Вот это раньше мемы были. Я сейчас стариком, о, грусть какая-то пошла. Стариком себя ощущаю, но да. Но да. А, что тут у нас? Шниш на шнапе, боже, это же эра... Русский ФНАФ еще был, ё-моё, аниматорство. Бен! Говорящий Бен! Ностальгия, нифига себе, 2000 человек ностальгировать решило. Бен был, Аксолотль возвращался. О, вот эти вот старые лица всякие странные. А, Мишка Фредди! Мишка Фредди, это вообще легенда. Мемы с ним, ты похож на кота, хочу забрать театр, это просто легенда. А. Извиняюсь, я тоже конвейером, походу, клепал вот эти всякие фигуры. Ну, работало же. О, даже реакция делал. А чё, разносторонний человек, вон. Супер Айдол! Это времена, когда Супер Айдол, это я у Бимона еще анимации все воровали. О боже, у меня сейчас выключится... А, уберите, у меня сейчас выключится экран. Это времена, когда у Бимона все брали анимации и хайпили на них, правильно? И вот они, легендарные времена. Где я? Кажется, я в мире Майнкрафта. Это то, на чем я заработал свои первые деньги, понимаете? Вот бандит сразу переключил, смотрю, опа, вот это понеслось, и меня вообще такой в шок, я сижу просто в офиге. И что бы я хотел сказать? Мемы, которые мы имеем сейчас, не менее прекрасны. Надо больше. А больше трудно идет, согласитесь, что-то как-то уже не складываются мемы, так, каждую неделю новый мем. А вот мы на это жаловались, то, что мем похайпит неделю и перестанет. Ну так, это же было легендарно, а сейчас толку с того, что мемы хайпят годами теперь у нас. Ну это, устаешь от этого, это тяжело воспринимать уже. Я думаю, вы вспомнили те прекраснейшие времена. Сейчас у меня, кстати, фон для истинных холдов моего канала. А сзади еще надпись, я не могу, даже ее спонсор была. И... Спасибо за просмотр, мы с вами вспомнили старые мемы. На моем канале, правда, только, но буквально годик назад мемы, знаете, 2 года назад мемы чекнуть и понять, как было прекрасно. И уверен, что в 2024 году будет все еще более прекрасней. Просто сейчас оно не успело раскочегариться, знаете? Все-таки креативность проглядывается, но больше монтажа стало, я бы сказал так, в мемах. Но в остальном меня все устраивает. Мемы — это класс, forever на all life.
Goodbye, guys.